Они работают в красной зоне, рискуют своим здоровьем, чтобы спасти жизнь других людей. Во всем мире представители самой гуманной профессии отмечают сегодня свой профессиональный праздник – 12 мая, Международный день медсестры. Участники акции «Мы вместе» поздравили медсестер городской клинической больницы номер 1 с их профессиональным праздником. Алина Багилова расскажет подробности. Медсестры в разгар эпидемии вместе с врачами на передовой. Люди, которые всегда рядом. И на войне, и в мирное время. Вот и сейчас, когда все борются с неизвестной ныне пандемией, они, оставив своих близких и детей, находятся в самом очаге инфекции, отдавая себя без остатка больным, выполняя свой непосильный каждодневный труд. Вся обстановка сложная. И хочется побыстрее, чтобы эта пандемия, она как-то закончилась, чтобы наконец-то мир восстановился в реальную жизнь, а не вот такую, которую мы вот встречаем каждый день. Медсестры не видели своих родных уже месяц. Лишь короткими звонками СМС ограничивается их общение. И все, что им хочется, конечно же, поскорее увидеть, как пандемия останется в прошлом. И все смогут вернуться к привычной жизни. Кроме того, что госпитализируются пациенты постоянно, периодически есть передышка. Кроме этого, мы пока ничем не занимаемся. Госпитализируем, обеспечиваем персонал СИЗами, одеваем, раздеваем, поддерживаем. В этом состоит на сегодняшний день наша работа. Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры-медики решили поддержать медсестер в это непростое время, сделав для них небольшое, но приятное дело. Они принесли сестринскому персоналу пироги и фрукты, чтобы хоть как-то скрасить их тяжелые больничные будни. Оценить ваш труд сегодня невозможно. И любые слова, которые бы мы сегодня вам бы не сказали, они будут лишь маленькой каплей в том большом, великом деле, которые вы делаете.